Ну-ка, покажись. Это кто еще такой, мать его? Кто это, мать его, такой? И что это такое? Что за квадрат? Боже мой! Охренеть, так это щит был! Фига себе! Здоровяк! Твердыня стражей. Оу-оу-оу! Ну это они так сказали. Я их поддержал. Ладно, без шуточек, ребятки, как же круто. Смотрите на это. С возвращением, великий палач. Сообщи жрецу. Меня рады видеть, да? О, красиво. Ребята, сейчас я вам покажу баг на 8-й миссии. В общем, я прошел 7-ю главу, вышел из игры. То есть я был за воротами. А потом я завершил игру. И теперь решил продолжить, но ворота не открываются. Я думаю, что такое? Я тут уже все посмотрел. В общем, такой вот баг. Кажется, мне придется заново проходить 7-ю миссию, чтобы быть за воротами. Вот, а не в воротах. Но зато, смотрите, что мы можем сделать. Идем сюда. Можно ходить за текстурами. Можно упасть. Ху-ху! Вон он Марс, ребятки. Тут карта, тут зелень, ребятки. Горы. Горы Алтая, наверное, я не знаю. И просто, смотрите, ребята, черная дыра. Ё-моё, мы падаем просто в черную дыру. Офигительно красиво. Вон он Марс. Я сейчас упаду в эту черную дыру, ребятки. Еще немножко осталось. Ю-ху! Ну, хоть посмотрели, что здесь. Ё-моё, что происходит? Капец. Где я? А я могу бегать? Так. Потому что, ну, я могу пользоваться способностью. Могу кинуть гранату. Как долго я так буду падать? Надо посмотреть. Потому что, ну, я все еще падаю, да? Причем я могу оружие разные брать. Все, я упал, просто темнота. Где я, мать его, ребята? Где я сейчас нахожусь? Я могу доставать оружие разные. Могу стрелять. Но где в данный момент, я просто не знаю, где я нахожусь. Просто капец. Допустим, мы можем с контрольной точки начать, да? Начинаем с контрольной точки. Идет загрузка. Мы опять начинаем здесь, отсюда. То есть не за воротами. Давайте подойдем поближе. То есть они как бы якобы открылись, да? Но попасть я не могу в них. Тут прикольное эхо. Давай посмотрим. Охренительно. В общем, вот здесь вот шла катсцена, и потом мы с вами оказались именно вот там. Вот, доходим до двери. И вот здесь, по идее, я должен начинать. Но когда ты начинаешь с контрольной точки, ты начинаешь отсюда, и выйти просто не можешь. У кого случался подобный баг? Напишите в комментариях. Тут мы можем ходить. Кстати, а мы можем ворота, интересно, пройти так? Нет? Тут, смотри, тут не можем. Тут не можем тоже. Если сюда пойдем, да? Тут мы можем уже пройти. А, тут платформа была. А, ну вот, теперь я оказался за воротами. Вы поняли, в чем случилось? Я упал вниз, использовал shift, чтобы сделать резкий рывок. Потом упал, погиб, и уже тогда я начал вот здесь с контрольной точки. Жучки, ребятки. Вот такие вот баги случаются. Ну а теперь давайте продолжим. Соберем все секретики, которые тут есть. Ё-моё, ну красиво же тут, ребятки. Офигительно, смотри, молния какая-то. Вау, в небе. Просто красота. Охренительно.
Просто хочется встать, да, вот, и насладиться всеми видами. Приятной нагнетающей музыкой. Вау. Вот так поставить компьютер и заниматься своими делами. Просто посматривать. Это успокаивает, мне кажется, да? Неплохо. Очень даже неплохо. Там свет горит, там кто-то чаи гоняет. Чаепитие, возможно, у них. Может быть, что-то другое, я не знаю. Может, что-то пожестче. Так, значит, все, давайте без шуточек. Берем карту. Взяли первую карту. Испытания здесь, я так полагаю, нету. Вот они, задания. Задания нету. Смотрим на карту. Первый секретик взяли. Тут 10 секретов должно быть. Давайте считать. Первый, да? Так, смотрим. Тут, я думаю, нам надо будет вниз спуститься. Спускаемся вниз. Какие-то воспоминания, да? Ё-моё. Я как зомби какой-то. Слушаюсь и повинуюсь вам. Или я притворяюсь? Мы нашли его в долине. Он был сильно ранен. И взгляните, что на нем надето. Так это же я, это воспоминания. Это же я. Кишки. Огромные кишки. Убить их. Надо убить их всех. У него остались силы. Несмотря на все его раны. Отправьте его на арену. Пусть его судят, как других. А, я на арене дрался, да? Ну, ничего себе. Так, тут вторая карта. Давайте посмотрим. Вот такие вот войны. И я тоже выступал на арене. Я, видимо, был лучшим бойцом. Можно почитать. Так, вот так сделаем. Чтобы вам было проще. Так, это получается второй. Третий у нас идет дальше. Это вот эта арена? Не, я сомневаюсь, что это вот эта арена. Арена. Принять знак примирения. Могучий воин. Знак примирения. Сомневаюсь, что он согласится. Из другого теста он сделан, чтобы принимать знак примирения. О, печка, ребятки. Угольки. Можно картошечку пожарить. Можно броню взять. Давай посмотрим, что у нас здесь. А, вот, тут были гладиаторские бои. Мы на мечах сражались. Офигительно. Так, пока что тут больше ничего нету. Идем дальше. Это ванна, что ли, джакузи? Или что это такое? Я знаю, как много тебе пришлось потерять. Но ты ведь можешь вернуться. Прекрати свой поход. Ты не спасешь их. Они сами просили меня. И я уважаю их волю. Оставишь лицу жизнь, и тогда я верну тебе все, что демоны отняли у тебя много лет назад. Тебе надо лишь вернуться. И обретешь утраченное. Вся боль в твоем сердце растает. Нет, она уже никогда не растает. Я отомщу ему за все. За все, что он сделал со мной. Он вводил меня на арену. Я полюбил эту арену. Я каждый день бился на ней. Я его убью. Я отомщу ему за это. За все мои страдания. Которые он сделал мне. Возьмем карточку. Давайте. Так, и посмотрим по карте. Далее будет жизнь, я так полагаю, да? Тут жизнь. Тут мы можем карту сразу открыть. Мне так жаль людей. Клянусь. Им выпала трудная роль. Но мне надо спасти свой мир. Без их душ угаснет могущество ада. Иссякнет аргент энергии.
Я не могу допустить подобного. Ты не помешаешь процветанию Урдока. Так было прежде, так будет всегда. И не тебе вставать на пути нашего процветания. Знаешь, на кого мне, она мне напоминает? Протосы из StarCraft, ребят, у вас нет такого впечатления? Мне кажется, это протосы из StarCraft, очень круто. Похоже. Но это лично мне так кажется, не знаю, может быть. Может быть, не похоже, давно в StarCraft не играл. Так. Это есть секрет, да? А, с другой стороны открылся. Я могу отсюда допрыгнуть? Да, могу. Взяли жизнь. И возвращаемся назад. Так, что у нас получается? А внизу еще что-то есть. Внизу у нас что-то есть еще. Тут еще карта. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять осталось. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Опять я наверху. То есть мы идем дальше пока что. Короткая часть, короткая миссия. Но, возможно, будет босс какой-нибудь. Сразу идем сюда. Одна жизнь там. Давай прогуляемся здесь. Берем монетку. Когда играешь в Doom, самое главное не торопиться, ведь ты можешь много секретиков пропустить. А секретики тебе облегчат прохождение в дальнейшем. Так, и одна у нас внизу где-то. Где-то сюда надо падать, да, вот она. Карточка. Потом даже можно это все прочитать, вот эту всю историю. Посмотрим запись. Так, тут мы все взяли. И остается у нас три секрета, да? Странно, но я вижу тут два. А в конце будет еще один. Окей. Эти секреты — это просто карты. Карточка, давайте посмотрим. Но эта миссия больше, я думаю, именно для истории сделана, потому что тут очень много нужно читать, чтобы углубиться в мир Дума. Много тут написано. Давайте я вам частями вот так покажу, кому интересно будет читать. Поднимаемся наверх и сразу... Я не стану праздно смотреть, как ты лишаешься будущего. Земля будет поглощена, и река вечной энергии не иссякнет. Лишь один народ выживет. Лишь мой народ. Твой народ, ага, сейчас прям. Твой народ выживет. Я помешаю этому. Мать, это демоны! Капец, эти разные демоны. Ё-моё. Охренеть. Боже мой. И все они взаперти. Ха-ха-ха. Взаперти. Так. Ну все, я думаю, это была последняя, да? Давай посмотрим. Да, все, мы тут все взяли, это было очень легко. Я буду вообще сражаться или нет? Или это так просто пройтись? Какой-нибудь босс будет сейчас. Было бы здорово, я бы хотел. Но мы сейчас к жрецу идем последнему. Классная гравировка, да?
А вот я вспоминаю. О. Терзай. Пожалуй, ты можешь пригодиться нам на войне, незнакомец. Эти демоны, они повсюду. Убить их всех! Свяжите его и приведите к нам. Я хочу узнать подробнее о тех, про кого он говорит. Да, ваша милость. Имей в виду, если здесь прольется священная кровь стража, ты сразу лишишься всякой защиты. И куда ты испарился? Ну-ка, покажись. Это кто еще такой, мать его? Кто это, мать его, такой? И что это такое? Что за квадрат? Боже мой! Охренеть, так это щит был! Фига себе! Здоровяк! Гладиатор! Вот это я понимаю! Если глаза на щите гладиатора вспыхнули зеленым, значит он готов напасть. То есть зеленый свет — это вам дорогу переходить, это намного жестче. Пока они остаются зелеными, стреляйте, чтобы оглушить его и сделать уязвимым. Ну давай подеремся. Так, потихонечку, давай. Иди сюда. Да иди ты в задницу. Но она на секундочку зеленым загорелась. По зеленым надо стрелять, да? Хорошо. Давай. Покажись. Что он хорошо защищенный. Это же другие, блин, демоны. Мешать не вздумали. Так, давай по-другому. Давай. Он на секундочку загорается. Так, да? Ну давай. Давай, появись. Давай. Воу. Фига себе, по мордасам ему надавал. Ну-ка. Ждем. Покажись. Неплохо. Так, я заберу патрики твои. Твои тоже. Ну покажись же, давай, не стесняйся. Бам-бам. В принципе, он банальный. Я уже привыкаю. Давай, я жду. Ну же. Это было больно. Смотри, он еще живой. Ничего себе.
Бам, класс! Бедный, бедный, бедный щит. Че, теперь без щита будет он? Да, ребят, теперь без щита. Нифига себе, что у него с плечом, это я сделал? Блин, мне его немножко жалко, долго. Долго, блин, что происходит? Я уже слова путаю. Мне его жалко немножко, ребят. Вы видели, как у него плечо распорото? Так, лишившись щита, гладиатор становится более агрессивным и может атаковать различными приемами. Когда гладиатор раскручивает один из своих кистей, он отражает атаки игрока обратно. То есть у меня это все полетит. Когда глаза гладиатора вспыхивают зеленым, он готов к удару. Ну да, летят назад. Давай, 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 давай. Вау! Вау, вау! Так, ну-ка, поделись патронами. Ду-ду-ду-ду-ду, ничего себе. Цепи какие-то, боже мой. Вау, вау. О, она в меня летит. Жестко. Оу. Фига себе. Вот это демон, я понимаю. Не, ну это теперь точно, да, все. Боже мой, одни косточки остались. Мне понравилось. Это ничего не изменит. Земля будет поглощена, что бы ни случилось. Глупец. А уже поздно, кого защищать собираетесь? Портал готов. Надо срочно уходить. Монетку он отдал им, что ли? Жрец ликвидирован. Кровавый удар улучшен. Зверски убив демона-воителя, вы моментально перезаряжаете кровавый удар. Добивание гладиатора. Достижение получено. Слушай, ну круто. Нахренительно. Мне понравилось. Боссы просто охренительные в игре. Просто... Фух, просто охренеть. Мне все понравилось. Кан-созидательница перегрузила системы. У Вики больше нет контроля над... Если бы ты не помешал отбраковке, раса людей, которую ты так защищаешь, могла бы выжить. Теперь я воскрешу икону греха, чтобы пожрать землю и оставить от твоего мира руины. Жизнь на твоей планете никогда не возродится. Пусть это будет очередной мир, бесславно уничтоженный тобой. Я виноват, да, во всем. Эта цитадель теперь станет твоей тюрьмой. Лишившись энергии, ты больше не помешаешь нам. И мы продолжим делать то, что нужно сделать. Ну здравствуйте, ребят. Так, ну что ж. Блин, ну давайте отобьемся. Ё-моё. Ребятушки. Жестко, мы отвоюем свою базу.
вас мало. Так, так мы отбились, да, что ли? Я также могу играть. Тут разные пластинки есть, могу любую поставить. Почему я не могу сюда залезть? Как будто тут еще какой-то демон есть. Почему закрыто это все? Что такое? А, ну все. Нам надо батарею ставить, да? А, вон оно как. Она не знала о демоническом горниле. Надо же. Источник энергии, от которого вы хотели избавить Землю, теперь поможет вам спасти ее. Миссия в твердыне стражи выполнена. Демоническое вторжение на Землю остановлено. Лишь клинок горнила может остановить Титана. Вы должны попасть в город стражи Тараснабад, чтобы забрать горнило, пока еще не поздно. Без него вам не остановить Титана. Открываю портал в Тараснабад. Так, ну все, получается, это уже будет девятая миссия, да? Девятая миссия. Вот, давайте тут соберем, сколько у меня энергии. У меня 9 ячеек энергии. 9 капсул энергии. Я думаю, надо их использовать. Спускаемся вниз. Просто все откроем. Все, что только можно. Так, что у нас здесь? Тут мы все открывали. Тут тоже открывали. Нам надо выше, да? Поднимаемся выше. Чего это такое? Потрачено 5 из 6, в смысле? А, ключи, еще один, одного ключа не хватает. Слушай, ну я сделал, я еще один ключ добуду, и мы с вами сможем что-то открыть интересное. Так, давай лучше тут монетку, наверное, заберем. Вот нужно вот две фляги вот такие вот ставить. Это первая. Вот на вторая. Так, ну-ка. Отлично. Это мы заберем. Что у нас дальше? Еще одна монетка. Сейчас все на максимум сделаем. Раз. Ну и можно будет потом вкачать в что-нибудь. Отлично. Изишно. Так. Тут мы тоже все взяли. Осталось внизу 3. Самый низ мы пока не можем. А, мы тогда, наверное, вообще вниз спустимся, и там что-то будет интересное. Так, ну это потом. Давай посмотрим, что у нас здесь. Этажом ниже. Еще одна монетка. Отлично. Уже сразу все сделаем и со следующей серии начнем. Начнем проходить. Ну, почти, в принципе, уже все сделали. Но босс был крутой.
мне понравился. Так, еще одна часть. Сколько у меня? 3 осталось. Я могу еще что-нибудь открыть. Справа вот еще одна. Тут вообще какой-то вопросик. Так, ну ладно, это потом. Капец. Так я этого титана оживлю потом, видимо, да? Ну-ка. Вставляем. Но у меня остается одна только. Так, хорош. Как вот этот вопросик взять? Я что-то даже не знаю. Вниз мы можем падать? Чё, если я вниз упаду? А, нельзя вниз падать, да? Окей, понятно. А я тут не был. А что такое? Я тут не был, нифига себе, вот он. Вот она, наша земля. Это я в космосе летаю, да? Прикольно, мы тут не были. А, костюм еще один. У меня только одна батарея. Ну все, остальное мы потом возьмем. И давайте тогда уже сразу прокачаем оружие, да? У меня 20, нифига себе, у меня 21 монетка. Я даже не знаю, что прокачивать. Вот эта штучка, в принципе, я пользуюсь, но серп у нас прокачан на максимум, да? Чем мы еще пользуемся? Хорошо, прям там, чтобы... В принципе, я уже все прокачал. Стрельба очередями у нас... бомба-липучка, я пока что не пользуюсь. Точная стрельба. Мини-ракеты можно попробовать? Давайте мини-ракета. И точную стрельбу прокачаем. Время заряжения мини-ракет уменьшено на 75%. Прокачали. Основная обойма. Убийство из тяжелой пушки увеличивает урон от микроракет на 30%. Давайте, чтобы все было. Так, плазма-пушка. Магнетрон. Давайте магнетрон прокачаем. Я иногда пользуюсь. 9 хватит, да? Время зарядки магнетрона уменьшено на 66%. Давайте. Надо было сразу магнетрон прокачивать. Повышенная дальность. Прицельная дальность магнетрона увеличена на 50%. Другое дело. Так, ну все, пока что подкопим и потом продолжим. Единственное, руны. Руны еще можно прокачать. Вот, осколочная граната. Позволяет стрелять дважды без перезарядки. Хорошая. Хорошая перспектива, да? Так, и у нас осталось только вот это. Можем сразу пятерочку. Замороженные демоны получают значительно больше урона от ваших атак. Быстрее перезаряжается после выстрела. У меня пока что морозных же нету. Или сейчас появится у меня, наверное, да? А, я же могу менять. По 2 бомбы. Так, точно, я могу же на заморозку менять. Ну, прикольно. Ну, ребят, ладно, это уже в другой серии. Спасибо за просмотр, там, за лайки, за комментарии. Это был канал AliExplay. Увидимся в новой серии. Всем хорошего настроения. А, можем любую музыку включать? Это круто. У меня 14 жизней. Я думаю, на последнего босса нам точно должно хватить. В общем, ребят, всем пока.